В то время как по всей Японии все еще применялись паровозы, одновременно в то время уже применялись такие экспрессы, как Кодама. Однако загруженность линии Токайдо была уже на пределе. И чтобы преодолеть эту преграду, японские железные дороги решили в спешном порядке построить новую железную дорогу. Правительство Японии разрешает эту проблему и дает старт строительству скоростной железной дороги из Токио в Осаку. Они вводят новый стандарт железных дорог и стараются сделать самую скоростную железную дорогу в мире. При строительстве экспериментальных вагонов ширина колесной базы по сравнению со старыми экспрессами была увеличена, а центр тяжести был занижен. Носовая часть была спроектирована так, для наименьшего сопротивления воздуху. В июне 1062 года, используя экспериментальный поезд, был произведен тест на линии Камономия. Здесь представлен экспериментальный состав модель 1000, модификация A, который включал только головной вагон и один вагон еще. У модели 1000 также была модификация B. В нее входило 4 вагона и был произведен тест для сравнения с модификацией A. Был произведен тест на поршневой эффект в туннеле, который точно должен был возникать при скоростных поездах. Таким образом, были разрешены все сопутствующие проблемы. Михалыч, давай, кидай угля больше, идем на рекорд! И 30 марта 1963 года в 9:46 утра наконец был установлен мировой рекорд в 256 км в час.
Если вам понравилось такое видео, то подписывайтесь на мой канал, и я буду делать еще больше таких озвучек. Всем пока!